Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Рада вас приветствовать. Сегодня буду чистить очень грязный унитаз. Уверена, что мой совет будет многим полезен. Сегодня я решила почистить унитаз не самодельным средством, а магазинным. Дело в том, что я решила немного для себя в запас заказать бытовой химии. И сейчас на канале будут такие видеосюжеты, где я буду вам показывать, как бытовую химию заказываю большими объемами, большими пакетами, ведрами и так далее, и так далее. И вот решила пополнить свои запасы очень хорошим средством для чистки унитаза. Значит, друзья, видите, у меня два флакона. Вот этот вот флакон закончился практически, и я уже купила новый. Значит, вот так вот выглядит бутылек. Обычная белая бутылка. Здесь 1 литр очень классного густого средства, которое хорошо разъедает вот именно известковые отложения, не налет, а отложения, и полностью устраняет неприятный запах внутри унитаза и в туалетной комнате. Друзья, это средство, кстати, называется оно Zone Clean Туалет. Я ни разу не встречала в продаже в обычном магазине, хотя я искала. И вроде бы это наша московская фабрика Химрус-центр, но продается оно только через интернет. Я заказываю на Валберис, по-моему, есть еще и на Озон. Итак, показываю, как все работает. Кстати, средство недорогое, и здесь 1 литр. Значит, что в составе? Вы просите показывать состав. В составе вода, смесь неоногенных тензидов. Это те компоненты, которые растворяют сложные сильные загрязнения. Также смесь кислот, отдушка и краситель. Друзья, средство не имеет никакого резкого запаха и отлично работает. Значит, друзья, вот такие вот серьезные загрязнения, как вы видите, очень много известковых отложений. Я делаю смыв, чтобы вы понимали, что внутри. Вот именно известковые отложения, которые сейчас буду удалять. Значит, смотрите, я распределяю средства обязательно под ободок, обязательно. Никакого постороннего едкого запаха нет. Затем беру туалетную бумагу. Вот только нанесла средство, прошло, наверное, минутки две, и сразу чувствуется запах свежести, чистоты. И теперь вот так вот наношу на туалетную бумагу. Значит, что делаю потом? Сразу же, пока у меня средство находится внутри, я вот таким вот китайским ёршиком все прочищаю. Так, ну здесь пока туалетную бумагу чистить не буду. Вы, друзья, меня про этот ёршик очень часто спрашиваете. Я заказывала его на Алиэкспресс. Я им безумно довольна. Через 15 минут, друзья, приступаю к чистке. Смотрите, мгновенно известковые отложения размягчаются. Почистила, делаю смыв. Вот таким вот белоснежным, идеально чистым становится унитаз. И абсолютно полностью блокируется весь неприятный запах в туалетной комнате и внутри унитаза. Еще раз показываю вам бутылек. Значит, средство называется Zone Clean Туалет. Наш отечественный производитель, завод Химрус-центр.
Не однажды вам показывала уже их продукцию, мне очень нравится. У меня мама, вот кто смотрит мой канал, знает, что у нее 7 кошек, так вот все лотки кошачьи она моет этим средством, говорит, и запах отлично блокируется, и весь мочевой камень разъедает мгновенно это средство. Оно не агрессивное, не едкое, и оно действительно работает. Значит, я заказывала на Валберес, но знаю, и многие подписчики просят оставлять еще ссылочку на Озон. Я посмотрю, если есть на Озоне, то тоже ссылку оставлю. В общем, как всегда, больше информации под видео. Если вы знаете какие-то хорошие средства для чистки унитаза, ну, желательно, чтобы производитель был Россия, обязательно пишите, я все с удовольствием тестирую. Вот это вот моя личная находка. Однажды заказала этого бренда, не помню уж, какое у меня было средство первое этого завода. Попробовала, потестировала, мне очень понравилось. И вот сейчас уже, я не знаю, ну вот это вот у меня для туалета точно вторая бутылка. Вот. Всем спасибо за просмотр, всем пока!